Друзья, с вами, как всегда, Роман 602. Сегодня мы играем в Five Nights at Freddy's. Ну, мы просто играем с Фредди. Вот с такой вот мишкой. Сейчас кое-что мы с вами сделаем. Сделаем снимок. Класс. Просто не понял, сделал? Все сделал. Так, давайте новая игра. Yes. Help. Это что? Ребят, у нас тут должны быть аниматроники, которые на нас охотятся. Мы охранник. Ух ты. Это телефон звонит. Будем следить. Так, он говорит, что аниматроники ночью живые. Они за нами охотятся. Так, будем следить за ними. Это что, кухня? Нет, туалет. Да, кухня, наверное. Наверное, просто не работает камера. Так, все на месте. Говоря. Так, у меня 91% изряда. Нажимаю на мишку. И он тут. Так, класс. По-моему, мне наплевать на это. Так, что это за навесками? Там Фокси, наверное. Уборочная. Бла-бла-бла. Прикольно, да. Я... То, что ты говоришь, бла-бла-бла, это да. Так, что это... Правила, по-моему, были. Только что я не понял. Так, они тут на месте. Окей. У меня первая ночь. Можно посветить. Тихо. Вентилятор работает. Так, все, они тут есть. Нет, все еще они здесь. Все? Ну, напряженка. Не, ну пока никого нет. Ну, пока никто не идет. Да. Первая ночь должна быть легкой. Ждем. Фонарики. Никто не сбежал со своей сцены. Тут у нас Фредди и там Мишка. Чика, цыпленок. И Бонни, заяц. Не, все стоят на месте. Мне показалось, что Мишка следит за мной. 2 часа, а никакого тука. Это что за музыка? Нет. Только на них надо смотреть, чтобы они не сдвигались. Со сцены своей. На фонарик нажимаю. И на носик мишки нажимаю, и все. Что-то помехи, что ли? Как скучно, но напряженно. Почему-то мне кажется. 63%.
Очень прикольное управление здесь. Нужно экономить заряд. У меня 61% зарядки. Уже должно быть что-то происходить. Учитывая там что, кексик? А это не кексик. То есть у нее два кексика. Вот здесь тоже есть кексик у меня в офисе. Я за охранника сейчас играю. Мы должны охранять что-то. Пиццерию. Ну, по-моему, надо спасаться от самих аниматроников. Потому что они ничего не делают. Ну, 3 часа. Осталось еще 3. Нужно до 6 часа. И что на них? Никто и так и не сбежал. Кто? Чика? Ага, Чика. Чика сбежала со своей сцены. Бонни пока нет. Окей. Так, Чика на месте. Бонни где? Чего? Блин. Как страхово стало. Все. Где все? Чик на месте? Бонни где? Нет, не здесь. Чё? Где Бонни? Это что ли Бонни? Где Бонни? Это Бонни? И это не Бонни. Здесь нет. Чика на месте. Где Бонни? Здесь? Слава богу, не здесь. Где он? Чика на кухне. Все, он сбежал. Чика на кухне, да? Чика на кухне. Бонни куда? Фокси. Фокси проснулся. Я так знал, что ты будешь здесь. Так, Чики не вижу. Она, видимо, все еще на кухне. Так, Бонни все еще здесь? Нет, он не здесь. Так, Бонни здесь? Фокси здесь, Фредди здесь. Больше никого. Фокси здесь. Ты что, все еще на кухне? Ну? Не, ну это было легко достаточно. Чего? Это ж было?
Очуметь можно. Это ж легко. Чё? Простите, я занят. Ладно, друзья, давайте на таком видео мы закончим. Всем огромное спасибо за просмотр. А как выйти? Чё, сразу не в меню? Чё, вышло. Ладно, друзья, давайте на таком видео мы закончим. Всем удачи и пока-пока.